Всем привет! Вы на канале CryptoBull, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня будем продолжать рассматривать такую интересную компанию, как Stobox. В прошлой части мы рассмотрели, как данная компания может нам помочь со стартапами, в бизнесе. Сегодня посмотрим мы о самой платформе. Так, Stobox, панель мониторинга Stobox. Stobox Digital Security Dashboard позволяет оцифровать ценные бумаги и проводить с ними все операции в удобной цифровой среде. Продавать свои акции, платить дивиденды, проводить корпоративное голосование и корпоративные акции уже по-новому. Можем перейти в раздел подробнее ознакомиться. Давайте это сделаем. Итак, что пишет о самой дашборд компании? Это одно решение бесконечной возможности. Stobox Digital Security Dashboard является комплексным решением для оптимизации всех операций с токенизированными ценными бумагами, охватить инвесторов по всему миру, дать возможность торговать своими акциями и задействовать новые мощные источники капитала. Дашборд позволяет токенизировать наш бизнес. Компания создала белую маркированную панель мониторинга, где каждый может продавать токенизированные акции, облегчить вторичную торговлю, белый список и управлять инвесторами, распространять отчеты и многое другое. Также Stobox Dashboard сбор средств проще, чем когда-либо прежде. Мы не должны испытывать хлопоты и нюансы. Компания заботится обо всем процессе от структурирования до вторичного рынка. Преобразование существующих или выпуск новых корпоративных ценных бумаг в виде блокчейн-токенов. Также предлагает разблокировать мощности токенизированных активов, предлагая свои ценные бумаги инвесторам по всему миру. И торговли. Разрешить инвесторам торговать токенизированными ценными бумагами, не переходя на биржу. Также, перейдя в этот раздел, можно более подробно ознакомиться с данным разделом. Продолжим дальше. Также Stobox – это криптовалютная биржа. Уже совсем скоро в планах компании запустить свою криптовалютную биржу и начать с быстрой, безопасной совместной платформы для покупки и торговли криптовалютами. Stobox Exchange упрощает доступ к криптовалюте и создание личного портфеля для будущих денег. Уже на данный момент зарегистрировано 787 человек. Торговые пары и объем будут в скором времени доступны. Что самое интересное в данной компании, это то, что она поддерживает NFT. NFT – это можно превратить свой бизнес клиентов в лояльных и заинтересованных сторон и поклонников, награждать заинтересованных лиц программируемым цифровым коллекционированием, исследовать новые возможности для бизнеса с помощью Stobox NFT. Напомню, NFT – это такого образа цифровые картинки, которые имеют свою ценность. На данный момент это довольно интересная идея. На сайте можно загрузить и белую книгу компании, чтобы помочь более лучше ознакомиться со всеми деталями данной компании, со всеми преимуществами. Также на сайте есть отличный контент, где более подробно можно ознакомиться, что такое токенизация недвижимости, шаг за шагом руководство и многое другое. На этом обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.